оркестр, джаз, классика, орган, звучащее слово, романсы, легенды, эстрады для всей семьи. Ну-ка спешите, ребята, ярмарка абонементов только 3 дня в Челябинской филармонии. Айда, культурица! Ну что ж ты не купил абонементы? Ван, муж недовольный, жену отчитывает. О, а эти купили абонементы и филармонится вовсю. Молодцы, хорошая семья. Здравствуй, Ирина. Эмилия, добрый день. Смотрите, следующий сезон филармонический планируется вообще невероятно насыщенный, как я поняла, и фантастически интересным. Не да? то слово. Конечно. А зачем вот только нам приходить на ярмарку абонементов, если можно и так пойти и купить билет на интересующее событие? Чтобы не заблудиться в этом море музыки, мы систематизировали концерт следующего сезона в определенные блоки. Каждый слушатель и постоянные наши слушатели, кто-то новый, которым мы всегда рады, может прийти познакомиться с этими абонементными сериями. А сколько их вообще всего? Абонементов 30. Да. Эмилия, ты же знаешь, что у нас есть симфонический оркестр. Ну, конечно, да. Да. Так вот теперь некоторые артисты симфонического оркестра захотели играть без дирижера. Сами. Ну, молодцы. Всегда есть собственное место в зрительном зале. Ваше личное. Эксклюзивно ваш личный абонемент. А еще это выгодно. Скидки от 20 до 30%. Головокружительно. Удобно. Планирование времени. Всего один визит в кассу. А еще это престижно. Принадлежность к духовной элите общества. Да, Айдик Оскарович? Ой, родненький, давно тебе не видно вообще в Челябинске, ну, по крайней мере, мне. О, то в заряде выступаешь, то еще. Ну, просто редко встречаемся. Скоро с башметом в космос точно полетишь. Уже полетели, а сейчас уже прилетим. Ну, а в новом сезоне? Будет великолепно, я считаю, что у нас будет программа, которая «Слова и музыка к тебе» с Юлианом Макаром. Это такой ведущий из канала «Культура». Вот, и там будут лекции и концерты, посвященные Бетховену, Сен-Сансу, Прокофьеву, Шостаковичу и так далее. Потом к нам приедет очень много знаменитых дирижеров, которые будут с нашим оркестром выступать. Здорово. Ну, ладно, всех приглашаю. Будьте культурными, будьте филармоничными, будьте в тренде и модными. И спешите с абонементами, а то время-то идет.